Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна. И чё-то такой шум на заднем плане от этой льющейся воды. В общем, я вас оставил в довольно интересной ситуации, что очень интересно, что будет дальше. Но пока не забыл, и меня просили об этом. Давайте-ка всё-таки я сейчас... Да, заодно шум сейчас исчезнет. Немножко вернусь назад и всё-таки посмотрю, что же здесь за диалог с Гуал должен был быть, когда мы только оказались на Элизиуме. Я сейчас свернул ту галочку, которую убирал в середине игры, и вот посмотрим, может быть, после этого у меня снова не будет ни одного глюка. Ну и вот, сейчас она попадет в этот портал, который сам же и сделает. И вот почему-то именно Гуал засасывает в портал, а вот тех вот... Ронни и всю компанию в портал абсолютно не засасывало, собственно, поэтому я и просил их. Гуал, подожди, я иду. А, черт, это еще не тот немножко момент. Сейчас, сейчас. Я, кстати, сейчас еще один момент забавный проверяю. Можно ли успеть, пока... Нет. Диалог закончился, но мышку мне не дают, поэтому догнать Гуал до того, как она в портал сыганет, просто нереально. Вот она туда попала, и сразу же меня пускают обратно к ней. Да черт, это снова не тот момент. Ну вот, теперь они даже говорили, что это портал на Элизиум, и они боятся чморлоков с Элизиумом, а так что это точно то. Да. Ха, наконец мы вместе на Элизиуме. Да, похоже на то. Здесь должна быть куча других порталов. А нельзя остаться здесь. Гуал, мы это уже обсуждали. Сначала мне тоже понравилась эта мысль. Но кто спасет мир, если не мы? Это несправедливо. Почему мы не можем жить счастливо? Как будто кто-то наблюдает. Ну, собственно, да, это все мы уже видели в предыдущих сериях. Я хотел лишь показать тот момент, которого мы с вами не видели. Может быть, действительно было несколько не рассчитано просто на то, что человек будет снимать галочку с максимальных настроек. Ну, а может быть, нас постигнут еще более страшные глюки теперь. Потому что впервые-то они появились как раз до того, как я снял. Так. Кстати, я тут еще могу про... Чё ты мигаешь, а? Надпись. Все кончено, Ронни... А, ну я тут еще хотел вот это сказать. Мне больше нечего тебе сказать, Ронни. Это к лучшему. Хочешь сначала побегать по коридорам чморлоков? Или лучше, чтобы они тебя прямо здесь распатронили? Даже не знаю. И то весело. Руфус, нам это все не подходит. Мы не собираемся участвовать в твоих мерзких играх, Ронни. Фу, какие зануды. Ну и ладно. Но сегодня игра все равно закончена. Скоро будет, да. А, ну и да, он сразу же начинает петь свое. Почему слово «потрошение» уже не наводит такой ужас, как раньше, правда? Ну, собственно, это мы тоже слышали, поэтому... Я просто хотел попасть в главное меню, а... Из диалогов меня почему-то не пускали в главное меню, и вот... Снова возвращаемся туда, где должны быть здесь, прямо по логике. Чё-то у меня как-то очень рвано всё-таки серия начинается, тем более есть риск, что она будет последняя, и... Не хотелось бы, чтобы прям так начиналась последняя серия. Её же все будут смотреть. Так, чё у меня есть? О, ещё один... А! Почему у меня перестала литься вода? Почему у меня перестала литься вода? Она же лилась, когда я загружал это же сохранение. Загрузить. Вот, теперь она льется. И, кстати, здесь как раз сообщающиеся сосуды сделаны. Интересно, что вода льется из себя же в себя же, потому что этот портал, я так понимаю, ведет вот сюда вот через очень длинную линию. Может, я просто здесь долго торчал, поэтому она... Да нет, недолго. Ну, короче, не избавились мы от глюков никуда. Видимо, так оно и будет. Если есть какие-нибудь варианты, кроме как... Да нет, только один потенциальный портал, и дальше в него же. Я кое-что попробую, скоро вернусь. Руфус! 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 И куда теперь? А. О, тут не было портала. Ай! О нет, Гуал!
А, это по второму кругу, что ли? Или тут еще 100 лет прошло? Да, 100 лет прошло, видимо. Не хочу, чтобы ты это видела. Ничего, я справлюсь. Никто не должен видеть собственных трупов. Но это не я, Руфус, это же Рита. Что? Но... И правда. Ну и путаница. В прошлый раз здесь лежала ты. Именно так. Не могу его винить. Все-таки меня не было. Мы еще все наверстаем. Я знаю, как попасть назад. Чтобы я лежала здесь вместо нее. Как это угнетает. Да, это вам не это. Ну, кстати, трупы, мне кажется, даже не перерисовывали. Скорее всего, они одинаковые, там, что здесь. Но какая глубинная философия. Чё-то мне не дали ничего. О, у меня что, стрелы закончились? Заряженный арбалет, но без временных этих. Просто мне не дали ачивку за посетить все порталы, и неужели я что-то пропустил? Это, мягко говоря, странновато. Не, ну там был еще один портал, который здесь в небе, но я в него уже ходил в других временных отрезках. Поэтому, может быть, все-таки будет еще портал, ну а если нет, то после окончания сюжета игры мы его обязательно добьем и эту ачивку. 10-й раз повторяю, постараюсь после окончания сюжета сделать все ачивки. Да, это не получается. Фух, нет. Дверь гора. А почему здесь две гаечки, а? Что-то как-то непонятно. И та, правда, ныгр. Я считаю это несколько замаскированным словом. А нет, энргр. Это уже не то. Это не N-word. По крайней мере, мы решили проблему чморлоков. Да, здорово. Мы вычистили их до самого Парадокс-Сити. Не волнуйся, я вытащу нас отсюда. Поторопись. От этого места у меня мурашки по коже. Ну и Макроникл-то в этой версии реальности все-таки нас ждет или как? Что-то новое, опять. Очевидно, мы попали в далекое будущее. Или как там это место теперь называется? Лом. Странно. А, нет, не то раньше, где сидели Гуал, это то место, где был этот... Где мы выращивали Боб. Наконец, хоть что-то полезное. Может, я еще успею податься у бандита времени? Ну, против Лома, собственно. А, вот еще один портал, но мы ж него уже И в этот мы ходили. Не, мы во все порталы ходили. Вода смыла со стрелок тахионное варево. Плохо. Наконец, хоть что-то полезное. Вставляю вам 4D очки, уже было. Где машина? Где-где? Так, ну тут я взял только лом, да? По-прежнему эта машина здесь стоит. Интересно, она еще работает? Ага. Ну, наконец-то это сбудется, просто. Моя мечта всей второй части этой игры. Мы наконец-то воспользуемся машиной. Видимо, с помощью лома. А может и нет. Здесь еще остается что-то напоминающее еду. Мое аракисовое масло превратилось в тахионный сыр. Наверное, все из-за козьего молока. Пора их перезарядить. Стрелки. Да. Ровно так, как я и думал. А лом мне тогда зачем? Тут нечего тахионизировать. Я же знаю, отпадный способ открывать порталы. Слушай, а если ломом прямо в портал, там же будет намного веселее, чем если стрелой. А в конце концов, прикладываемая масса больше. Чё, всё-таки не поедем, да, на машине? Жалко. Хорошо, где у меня тогда могут быть очки? В смысле, где могут быть порталы? Я думаю, здесь. Ничего нового. Странно. Еще логичнее было бы все-таки портал прямо здесь снова открыть. Правда, в воду мне теперь попадать несколько страшно. Гуал.
Давай еще поговорим. У нас теперь снова будущее появилось. По крайней мере, мы решили, проблему чморлоков было уже. Торопись. Ну, значит, здесь, потому что если не здесь, то, соответственно, нигде более. Или я должен очки ломом починить? Ничего нового. Видимо, да. Это совсем другой калибр. А, ну да, кстати, он прав. Это не ключ ко всем моим проблемам. Ну да. Может быть, броситься с обрыва им. Как бы все. Не, данные пейзажи мне нравятся все-таки. В каком бы времени они ни происходили. А, дверь гаража я могу ломом открыть. Как-то непривычно лом использовать в прямом назначении. Ну, Гуал, помоги, поднажми. Раз, готово. И что дальше? Ай, меня этого не... А почему у меня показывает потенциальный портал до того, как я еще очки применял? Определенный потенциал здесь точно есть. Вижу потенциал. Начнем снова все через одно место. Ну, до конца игры недолго, так что надеюсь, все-таки совсем уж жутких вещей не будет. С неправильным отображением чего-то не того. Ну да, значит, еще не все порталы были. Кто бы говорил? Гуал, я нашел выход. Какое счастье. От этого места у меня мурашки по коже. Самое важное, что мы еще живы. Может, это все-таки вы, а? Хотя нет. У Руфса не такая брутальная челюсть. Вот эта челюсть мужика... Если это челюсть мужика... Мне реально немножко напоминает челюсть этих терминаторов. А здесь все-таки, да, скорее женская челюсть. Шли. Чего мы ждем? Ничего. Давай убираться отсюда. Да, мы вперед. Вау! Совсем вау. О, так много разноцветных растений. Это цветы. Даже на Иллюзиуме не было столько цветов. Давай скажем честно, не так уж и много. И мы благодарим вас за это. Мы это сделали мы. Ты закончила войну и показала нам путь в землю обетованную. А теперь здесь какой-то праздник? Где твои товарищи? Они уже ушли. Прошлое. К истокам всех благ и справедливости. Именно. Спасибо. Большое спасибо. А, ну, собственно, мне дали мышку. То есть здесь появился оазис. Потому что здесь и до этого был оазис, да? Здесь же была вода, я ж прав. Но, тем не менее, все равно это очень и очень красиво, и мне нравится. Цветы по-прежнему тикают. Кстати, не так много времени прошло, если этот момент. Что-то мне постоянно хотелось назвать Мохаммед. Только сейчас подумал, что Момет это Мо, Мет, а между ними еще должно быть часть, и будет все равно Мохаммед. Снова тот же самый портал. Может, все-таки найти хоть раз в игре чего-нибудь, не подсвечивая. Но мне кажется, здесь ничего и не будет. Кстати, эти цветы очень похожи на какие-то хищные цветы. Но хотя, с другой стороны, меня все ругают, что я очень медленно играю. Так что ладно, не буду я искать сам. Чем Гуал такая высокая, а? Все почти как раньше. И, строго говоря, сейчас и есть раньше. Ты еще можешь идти? Конечно. Большое спасибо. Руфус же не может допустить, чтобы он сделал что-нибудь хорошее и правильное для мира. Мы сейчас все испортим как-нибудь. Ага, вижу потенциал. Ну, естественно, да. А здесь-то уже не будет портала, из которого льется вода, и сейчас отсюда уйдет вся вода, и здесь все умрет. Я практически... А, еще. Вот это было бы сложно найти, если бы не подсвечивать. Так зачем я каждый раз открываю этот портал, интересно?
Я ж в него все равно не попаду сейчас, да? Так что не буду его открывать, наверное. Хотя... Да ладно, пускай. Ну, поехали. Точно в цель. Но, естественно, меня туда не пустят, и зачем его открываю, я не знаю. Может, его здесь вообще нет, может, его опять случайно неправильно нарисовали, и все. Что будет, если в этот портал-то войти? Здесь я уже был. Но здесь нет урока. И, собственно, отсюда тоже некуда пройти, поэтому, видимо, мы сейчас вернемся. Can you keep going? Ты еще можешь идти? Да. Ага, и здесь то. Ой, да даже лестница в портал. А-а-а. Слушайте, это что, зацикленный круг получится? Ага. Снова Руфуса нет. Блин. Эй! Чё это такое? Я хотел не в этот портал, я хотел в портал с водой. Придется загружаться опять обратно. А может быть это наоборот какое-то странное место, в которое я наоборот не должен был попасть? Что это за мир? А, это глубокое-глубокое будущее этого Мамеда. Вот озеро. То есть здесь развилась цивилизация? Нифига себе. Но, видимо, снова. Вуал, хватит поправлять своих утконосов. Видишь потенциал? Снова ты видишь его не там, где мне надо. Я ж туда не попаду. Чего ты здесь не видишь потенциал? А, или в этот портал я, наконец, по колонии этой заберусь? Слушайте, я хочу здесь сохраниться и все-таки открыть портал. Или они считают, что я открыл этот портал, потому что здесь-то озера теперь нету. То есть, по-любому, это озеро куда-то смылось. А-а-а! Я должен был по воде спускаться, потому что воду я не открыл, я по лестнице двигался. Так, что ли? Жутко хочется проверить, сейчас проверю. Чем дальше в лес, тем хуже. Я загрузил то сохранение, с которого мы начинали серию. Теперь я уже не держу нажатой среднюю кнопку мыши, но оно все по-прежнему подсвечено. И здесь есть все, что было на этом экране вообще за всю историю игры. Стрелки те же, которых тут нету. Ладно, попробуем заново. Еще лучше. Что же это такое-то, а? А, оно даже на меню осталось. Да мне что, теперь игру придется перезапускать, что ли? Или если я выйду в эти настройки, то все-таки все станет как... А здесь оно наоборот не появляется. Это прекрасно. Мне кажется, просто какое-то ментальное напряжение от того, что игра заканчивается. И я как-то своей аурой плохо влияю на игру именно на своем компьютере. Потому что мне говорят, что ни у кого таких глюков нету, а я волнуюсь, мне эта игра нравится, я хочу ее хорошо закончить. И вот такой ужас. Так, слушайте. А. Исчезли чморлоки здесь, и вода исчезла, и порталы исчезли. Нет, давайте-ка снимем галочку обратно. А, я сначала подумал, что у меня все совсем заглючило, я снял две галочки. Про масштабирование и про компрессию в реальном времени. И у меня вот здесь при разговоре с Гуал не появлялось вот этих вот двух. Я только сейчас понял, их и не должно было быть. Я должен был, видимо, сначала поискать порталы здесь. Ага, мое арахисовое масло превратилось в тахионный сыр. Наверное, все из-за козьего молока. И чё? Я же уже смочил там.
Или это я не здесь должен был найти этот портал в этих воротах? А здесь? Ничего нового. Так, а если просто лом сюда, без гаечки? Это потрясающе. Просто восхитительно. Что же у меня происходит с этой игрой? Просто я уже многих задолбал, и они это знают, но у меня i7-4790K процессор. Один из, ну, последних, наконец, года предыдущего, скажем так. И GTX 970. Уж не помню, TI или не TI. А, нет, там, помню, TI, но неважно. В общем, тоже карточка хорошая. Чё же у меня так дико глючит эта игра к концу? Ну, в общем, не знаю, что сказать. Я примерно понял, что проблема у меня... в утилите, там, .NET... Ну, короче, майкрософтская, это забыл, как она называется, .NET Framework, как-то так. Чё-то она у меня глючит, я пробовал переигрывать с разных мест игру, она у меня как-то вылетает. И вот, сами видите, у меня просто не появляется вот здесь вот. Галочка о том, что я могу открыть ломом эту дверь. Иногда игра зависала так, что я нажимаю на среднюю кнопку мыши, и это не исчезает, когда я отжимаю. Ну, короче... В общем, к сожалению, сейчас я просто это видео выкладываю, такое видео вам пожаловаться, но, естественно, оно уже не годилось, как последняя серия. Видимо, я... Ну, сейчас уже 11:30 ночи, вряд ли я прямо сейчас буду винду переустанавливать. Но, видимо, завтра, в понедельник, я переустанавливаю винду, переустанавливаю все. И надеюсь, у меня получится все-таки... нормально начать играть именно с сохранения. Но если нет, то я быстро переигрываю Депонию до этого момента. Как у меня, кстати, было замечательной традицией с предыдущей Депонией, когда я случайно потер игру, и оказалось, что в Steam Cloud не сохранились сохранения. Хотя они там должны были сохраниться. Steam Cloud для игр заявлен. Я игру попробовал переустановить, я попробовал посносить все файлы вообще игровые, в том числе в скрытых папках. Попробовал... Чё ещё я попробовал? А! Почистить реестр программой как Лёнер, мой любимый. Реестр винды. Ну, короче, ничего не помогает, игра то вылетает, то вот... Вроде все нормально, но... Чё-то нету, как быть все, чё-то нету и все. Я не могу так продолжать играть, потому что я не знаю, все ли будет правильно. Вообще, все ли мне отобразится. Поэтому через пару дней мы, видимо, с вами снова увидимся. Я дико прошу прощения, что так выходит. Все, это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока. Мне очень жалко. Но по-другому никак. Вот. Чем самое противное-то, я специально, у меня что-то еще заглючило, и я специально перед началом записи Депонии переустанавливал Windows. Вот буквально полтора месяца прошло. Она начинала записываться на чистой винде, и вот что-то успело произойти за это время. Но я, по-моему, как раз что-то делал с этим NetFrameworkом. По-моему, да, я уже не помню зачем, но что-то я там ковырял. Просто я не понимаю, почему пол игры было все вообще без сучка, без задоринки, а вот потом что-то внезапно случилось. Ковырял я, по-моему, явно не тогда, когда это случилось, а еще до этого. Ну, в общем, ладно, считайте это таким полуподкастной серией. Не ставьте дизлайки, мне самому плохо. Пока.